Здравствуйте, уважаемые участники конкурса Golden Time. Меня зовут Светлана Пиротти, я основатель школы живописи Пиротти, художник, преподаватель живописи. И сегодня я хотела бы рассказать вам о тех участниках, которые мне понравились, работы которых мне понравились больше всего. Вообще, если честно, мне понравились все работы, и действительно, в них очень много творчества, очень много свободы, очень много того, что мне близко, не попытка копировать реальность, а такие вот чудесные проявления себя в творчестве. Но особенно я выделила несколько участников, о которых я хотела бы рассказать. Первая – это работа Татьяны Грищенко, это девушка с желтыми волосами. Я считаю, что работа вообще профессиональная, никогда бы не сказала, что ее писал, может быть, любитель. Мне очень нравится композиция, мне очень нравится сочетание вот этого сложного желтого и сложного голубого, мне нравится движение, композиционные, вот эти струящиеся волосы, очень музыкальные. Замечательная совершенно работа, я поставила ей десятку, но еще и вот хотела бы ее отметить отдельно. Вторая работа, которая мне очень понравилась, это Светлана Шкурко. Если неправильно произношу фамилию, извините, пожалуйста, но работа восхитительная с этим вот пронзительным интерьером, таким вот одиноким, чудесным портретом стула. Я бы сказала, что это портрет предмета, потому что сделан он очень метафорично, очень образно. И хочу отметить красивое графическое решение, сочетание темных и светлых пятен и цветовое решение, очень цельный колорит, такой приглушенный, но мощный и очень обобщающий. Метафора сильная, она цепляет эмоционально, ну, такая вот действительно тонкая ткань эмоциональная создана. Спасибо вам, Светлана. И еще совсем другая работа Вера Подкоритова. У нее серия такая из нескольких цветов. И вот особенно мне понравился один цветок, у которого вот эта розовая серединка и краешек, правый краешек голубой. Этот цветок мне понравился своей незаконченностью, опять же, таким сильным образом. Но с одной стороны, образ сильный, с другой стороны, вот эта недосказанность. Это возможность увидеть в этом цветке очень много всего. Это может быть и нежность, и любовь, и страсть, и такая какая-то такая радость, такой образ радости, образ юной, светлой, драйвовой такой энергии. И сочетание цветов очень красивые, взаимодополняющие, сделанные со вкусом. Вообще, надо сказать, что очень тяжело вот так написать цветок на весь холст. И, Вера, у вас получилось очень красиво. Особенно отмечу недосказанность, прозрачность, такое вот состояние альдента. Дорогие участники, я всем вам желаю творческого, прекрасного будущего. Творите, творите, творите. Потому что нет ничего в жизни мощнее и более такого инструмента, который приносит больше счастья, чем живопись и вообще творчество. Обнимаю, целую.